запрягаем эту зорьку в дальний путь. Поедем тут 20 километров вперед. Надо проехать. А Владимирович, это у вас який номер хомута у ее? 5. Пятерочка, да. Уже, да, уже поджимая он ее, да. Вот смотрите, уважаемые подписчики, как он любит. Видите, у него на дуге колокольчик, бубенчики. Викторович, мы ездим по городу, должно все быть аккуратно. Люди должны привлекать внимание. А это вы скобы, чтобы ездить без дуги, да? Это да, это на эти. На шляю, да? На хомут. На хомут и такие нашильнички у меня такие есть. Туда вот цепляю барок. Барок сюда цепляю. Ну все, и все, и без дуги. Ведь свою параконку сделано, если надо, одну лошадь запрягать. Все он разбирая и, видите, ставить оглобли. Все, видите, как регулируется. Хозяин, видите, все на растяжечках. Никаких, ничего не подлаживая, все гребеночки стоят, как положено. Ляжачок. Дедовский еще ляжачок у его, видите, советских времен. Это сам свой рука, Викторович, пошил сам свой рука, только вот эти скобы. А это вот такая. Опа. Опа. Что умеем? Сами что отдаем шорникам, чтобы красиво пошили. Ну идем. Забыла для работы. Если кто хочет купить, пускай звонит. Наверное, она будет продаваться. Хочу себе что-то приобрести уже. Адреналин, адреналин хочется. Скоростную, да? Да, хочется адреналин. Пенсионерская кобыла. Кому там за 55 и 60 лет, пускай звонят. Будут благодарить меня. Кобылка всю работу делает, всю. Главное, что техники не боится, да? Да, это самое главное. Техники не боится. И команды слушаются. Лево, вправо, как видите, у его пасочек все на застежках. Да, все тут. Все прошито и пошито. Вот видишь, шорнику сказал, говорю, выше мне крест. Все сделал, православный крест. Конечно, для работы кобыла нету равных, бля. Ну, бля, как. Ну вот, запрягли кобылу, сейчас подопнем и в дальний путь, Викторович. Сколько километров еще? 10? Еще километров 10 надо на ней протопотеть. Дровишки привезти. Для печки. Вот, начинаем подпинать. Раз. На стяжку. Два. Раз. И на бантик. Хоп! Все, до конца будет. Все будет ровненько. Кобылка будет ехать.
Маловатый ремень пошил, бачите, не хватает. Ну. Все, до новых встреч. Нет, зрители можно, нашего можно канала. Еще, минуточку, внимание. Ну что вы забили? Стой! Стой, не торопись! Понравился вам кобыла, Сан Саныч, да? Ну, понравился. Отличная кобыла, отличная кобыла. Может, я вот думаю, чешу голову, холера ясная. Думаю, может мне на красавчика подняться? Я его доплатаю. Потому что красавчик. Или еще этой, Женя, или еще своих кобыл приводишь мне, придаток. Отдаю Мерина. Вот это красавчика своего. Ну, Мерин, хороший тенец. Ты за трактор не захотел поменяться на его. А то красавчика и надать. Вот посмотрите, ребята. Посмотрите. Стой, Женя, посмотрите. Достойная лошадь. Достойная. Лошадь, все, конематка, Мерин. Работая почти что чуть не по Слуцкому району. И он отдыхает 7 часов в сутки, да? Да, в 6 часов его забирают, или я, и он работает до 10, пока не стемнеет. Темночь уже приводит. Ну, добро. Ну, давайте, ребята. Все, звоните, не забывайте про жеребца. Пока.